Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – с чем носить бомбер. 25 лучших вариантов, чтобы всегда выглядеть на все 100. Куртку-бомбер придумали в 20-х годах прошлого века в авиационном клубе в США. Изначально куртка была сшита из кожи и защищала пилота от ветра и холода. Модель приглянулась военным, и в 1950-х годах была выпущена модель из нейлона для военных пилотов. Она была легкой и непродуваемой, с ярко-оранжевой подкладкой. На случай катапультирования пилот на земле должен был вывернуть бомбер и тем самым подать знак. В 80-х годах эта модель куртки попала на подиумы, и ее стали носить не только военные, а и гражданские. Также бомберы стали очень популярны у американских студентов. Женщины практически сразу позаимствовали у мужчин этот практичный фасон верхней одежды. Сейчас куртка имеет много вариаций и моделей. Дизайнеры предлагают носить бомбер-пальто, летний и зимний бомбер, удлиненные модели, стеганые джинсовые, кожаные бомберы, шелковые, атласные и вельветовые куртки. С чем носить бомбер? Джинсы и бомбер – самый удобный и практичный вариант. Джинсы можно выбирать разных фасонов – скини, бойфренды, бананы или классического прямого кроя. В зависимости от желаемого образа бомбер может быть простым, однотонным, с принтами, вышивкой, стразами и камнями. Под низ можно надеть футболку, топ или рубашку. Актуальные модели для модниц будут бомберы оверсайз. Спортивный бомбер хорошо сочетается с юбками солнце-клёш, трикотажными юбками-карандаш, разными моделями джинсовых юбок, вязаными юбками и с юбками асимметричных фасонов. Сочетать можно куртку и с юбками ниже колена, юбки макси и пышными юбками длины миди. Под такое сочетание лучше надеть обувь на каблуках, образ будет выглядеть стройнее и более женственно. Надеть плиссированную юбку и спортивный бомбер контрастно, но смело и интересно. Очень женственно будет выглядеть образ с бомбером, юбкой миди и классическими лодочками. Для романтичных образов с юбками подойдут бомберы из кожи цвета металлик или атлас разных однотонных цветов. Экстравагантный образ можно создать, сочетая грубый бомбер и женственные платья. Платья могут быть в пол и практически вечерними, могут быть из легких материалов с рюшами, а могут быть с интересным декором, блестками и кружевами. Эти образы будут выглядеть стильно и подойдут для похода с друзьями в ресторан или для свидания. Яркие цветастые бомберы с разными принтами, этническими, цветочными, растительными и геометрическими узорами подойдут под однотонные классические брюки. Цвета куртки и брюк могут быть контрастными, а могут быть из однотонной гаммы. Оттенить образ поможет простая белая блуза или топ. Обувь под такие варианты лучше выбирать на каблуке, лодочки или босоножки, но можно обуть и лоферы, слипоны или балетки. Летом бомберы отлично будут сочетаться с джинсовыми шортами. Чтобы образ выглядел женственно, обязательно нужно добавить аксессуары – колье, часы, ремень, браслеты на руку, клатч или мини-сумочку на цепочке. Более элегантно будет смотреться бомбер со свободными шортами из костюмной ткани. Для более прохладной погоды уместно будет надеть под бомбер джемпер. Он будет смотреться в сочетании с классическими или спортивными брюками. Многослойный образ можно создать, если под джемпер еще надеть и рубашку в мужском стиле. Яркие бомберы с нашивками можно надеть с джинсовым комбинезоном. В этом случае лучше выбрать комбинезоны свободного кроя, а не в обтяжку, иначе куртка будет утяжелять верх. Из обуви к такому сочетанию подойдут ботинки на платформе, мокасины или босоножки на платформе или устойчивом каблуке. Всем спасибо за внимание, ставьте пальчик вверх, до новых встреч и пока-пока!